Алексей спрашивает: уважаемый Михаил Лайтман, мир сошел с ума. Как не допустить Третью мировую войну? Ведь она будет атомной. Да, конечно. Я не думаю, что государство сдержится. Да? Я не думаю. Потому что здесь они начинают обращаться друг к другу на «ты». Да, вот именно. Точно. Вот. Они просто: «А ты кто такой? Кто а ты, да, знай свое место» и так далее. То есть переходят не к людям, а, в общем-то, не к руководителям государств, а как будто государство – это личность. И здесь поэтому я... Боитесь, что может вылиться? Боюсь, что может быть, да. Что может быть действительно не то, что не выдержит нервы. Я вижу, насколько все-таки один человек может командовать и указать свою волю, свое решение, и все перед ним лягут и выполнят. Этого в современном мире быть не может. Не должно? Нет. Непогрешим только Бог. То есть для того, чтобы добраться до кнопки, нужно пройти огромное количество заборов внутренних, да, и внешних. Да, да. Она не может быть просто в чемодане. Она не может быть во власти одного человека, одного пальца, который что-то нажимает, что-то делает. Это должно быть одновременное решение и одновременное нажатие в разных местах, может быть, нескольких пусковых кнопок. Это обязано быть осознанным решением множества. Понятно. Ну, у вас есть ощущение, что это приближается, да, такая Третья мировая? Ну, вообще Каббала не отрицает. Мы же знаем, Баль-Сулам пишет. Да, да. Великий каббалист Баль-Сулам написал, что, возможно, третья и даже четвертая атомные, да, войны. Так что... И он дальше пишет: для того, чтобы человечество пришло к тому, к исправлению, к полному исправлению, чтобы оно убедилось, что на пути к полному исправлению его можно остановить, но человечество должно преодолеть себя и подняться выше своего эгоизма, чтобы вот этот эгоизм был перед ним как самый главный его враг. Не американцы против русских и так далее, а именно... Мой внутренний враг, да? Да. Эгоизм. Да. Только с ним может быть война. На уничтожение такое, да? Ну, это называется уничтожение, да. Намерение ради себя. Должно быть уничтожено. Вот оно должно быть уничтожено.